Вот постоянно этому челу все неладно. Ходит, что-то ищет приключения на свою пятую точку. Но сейчас он нашел какой-то портал с золотыми блоками. Я бы на самом деле туда уже как бы не совался, потому что нафиг надо. Ни разу такой постройки в Майнкрафте я не видел. Привет, высота, я Владус Мармеладу. Сегодня мы посмотрим самые криповые приколы в Майнкрафт. Посмотрим, правда ли они такие криповые. Так... Написано «не ломай», чувак, «не ломай». Просто обычно, когда написано «не ломай», он берет и разламывает все, что есть вообще на пути. Ладно, посмотрим, что он сделает в этот раз. Надеюсь, он хотя бы один разок послушается. Ну ты дебил, нет? Ну ты... Я не понимаю этого человека, почему? Почему написано «не ломать»? Ребята, вот если бы я вам сказал, поставьте лайк, вы бы, наверное, поставили лайк. Если бы я сказал, не ставьте лайк, вы бы, наверное, не ставили лайк. Так вот, давайте, короче, 20 тысяч лайков поставим. А 25 тысяч лайков, это будет вообще прям бомба. На таких видосах 25 тысяч лайков для вас, это нормально. Вы справитесь, соберете. Челлендж такой устроим. Ну чё ж в портале-то будет? Давай, иди, поломал блоков, вперед. Давай, давай. Ну. Упо. Пока. Пока-пока. Да, а ты, чувак, чего ждал, а? Он думал, что ему приз какой-то дадут. Нет, он и так сломал уже, как бы, золотые блоки чужие, между прочим, чужие. Это не его были блоки. Сундук. Сундук посреди поля в Майнкрафте. Напишите в комменты, вы бы подошли к такому? Я бы, наверное, обошел вот так вот за 500 километров где-то. Нафига? Ого! Это что за пистик? Рейган! 99 тысяч дамага. Ну-ка давай, стрельника. Чат обрезан, не видно, что в чате пишет. Ладно, ну стреляй. Х4, Х5, что это значит? Что он делает? Это он собирает что-то или что? Я что-то немножечко не пойму. Ладно, давайте смотри. Давай, жмахни крипера. Ну-ка. Пистиком вот этим. Ой. Ой-ой-ой. Мне кажется, что он сейчас увеличит крипера. Чуваки. Опа! Угадал-то как, видали? Это было просто логически подумать. И догадался прямо, что он сделает в этом ролике. Так, идет снова по полю с топорушком, да? Значит, нарубил дерево. Как всегда. У него он либо рубит дерево, либо добывает железо. О, маленький крипер. Эй-э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 й. Чувак, не лезь! Не лезь! А, написано, что он не взрывается. Ну-ну, посмотрим. Мне кажется, он взрывается еще по более больших криперов. Ну, проверяй. Ну, проверяй, проверяй. Давай, давай, давай. Че, не боишься? Такая рожа с узкими такими глазами. Ну-ка, давай. А! О, да, он так четко не взрывается, что прям вообще ни одного блока не сломалось. Ну, чувак, какого фига он верит табличкам? Вот вы верите табличкам? Кстати, не забудьте подписаться на мой канал. Те, кто подписан, знают вообще, в чем прикол этих роликов. Подпишитесь и посмотрите обязательно. Ну и чё? Обычная деревня, собрал сено. Чё он хочет сделать-то с этим сеном, интересно? Там что-то было написано, что-то паучье, что-то с пауком связано. Там, слышите, пауки? Чё будет, чё будет, чё будет? What the fuck? Контейнер пауков? Что? Это что значит вообще? Это как понимать? Ну да, давай, танцуй. Чё делать-то? В смысле? Нет, не открывай его! О! О-о-о-о! Тут надо дом сжигать сразу же. Вылазит из пещеры. Мне кажется, что сейчас как бы сразу что-то будет не к добру. Как только он вылезет, так сразу... Ну я ж сказал, ёлы-палы, ну вот сейчас он возьмет и пойдет к этому чуваку. Я бы на самом деле его максимум бы пнул под зад, да, и сразу бы валил. А он что сделает? А почему музыки нет? Почему так страшно? Меня будто услышали, и музыка появилась. Причем очень странно. Беги-беги-беги, чувак, беги-беги-беги. Давай, беги, нафиг, ты что? Он сейчас догонит. Пожалуйста, нет, говорит. Ну, пожалуйста, нет, надо было бежать. Он зельку выпил. Зачем? Что это за зелька? Это же зомби-мутант. Они просто текстуру переделали. Но страшила та еще, конечно. Это да, страхолюдина знатная. Окей. Дальше он снова идет, значит, по миру. Знаете, это показываются обычные ситуации в Майнкрафте, но как будто вот что-то не так в них, да? Например, вот это.
Что за джетпак? Бесплатный джетпак? Бери, конечно. Он не взорвется, если ты взлетишь, да? Понимаешь, ты 100% полетаешь и не упадешь. Не летайте слишком высоко, написано. Ладно. Знаете, что он сделает? Я думаю, вы догадались. Можете коммент написать, что он сейчас сделает. Если написано «не летайте слишком высоко», что он сделает? Ой-ой-ой-ой-ой. Топлива мало, топливо кончается. Поэтому сказали «не летайте высоко», потому что придется иначе в реку, например, прыгать. Так, ну 70%. Пока нормально. Он взорвался, я же это говорил. Я же говорил, что он взорвется. Я просто угадываю эти мемы уже, просто вот так вот, наизусть уже знаю этих чуваков, которые, блин, попадаются в ловушки для нубиков. О, там какое-то строение, а, там деревня была. Чё за фантом огромный? Ребят, таких в Майнкрафте даже не существует, по-моему, таких больших. Вот, правильно, надо бежать, надо от всего так бежать, а ты бежишь только от фантома. Ладно, давай. Вали, пока он тебя не сожрал. Ну так-то от него фиг убежишь, потому что что-то он... Эй, фантом, ты давай на нас-то, не надо. Летай там в свою удовольствие. Капец, самолет, джетпак какой-то нафиг, суперджет. Не убежал, а вот что стоял в последний момент, я вот не понял. И мне кажется, он его на самом деле не убил. Он просто ставку вот эту вставил, а фантом ему не снес все хп. Ну ладно. О, еще одна табличка. Ну-ка, просто табличка. Большая еда. Что? Большая еда там. Давайте посмотрим, правда ли там есть большая еда. И что значит большая еда? Или много еды? Нет, по идее большая еда. Реально большая еда. Чувак, у тебя залагало. Смотрите, у него лагает Майнкрафт. Видите, я двигаюсь, а у него лагает. Капец, он просто... Это просто реально курица, только в увеличенном размере. Она даже убивается с двух раз, как в Майнкрафте. Палкой. Ну, в принципе-то правильно написано. Большая еда, это огурец, как бы, все дела. Беги, нафига ты к нему идешь? Дебил. Вот реально, это чувак, самый странный чувак, которого я когда-либо видел. Посмотрим, чем он нас сейчас удивит. Какой-то голем, месть голема. Ой-ой-ой-ой-ой, там же зомби огромный. Эй, чувак, что ты делаешь? А, он хочет голема сделать большого, что ли? О, это что такое? Это что он делает? Я не понял, он хочет сейчас... Я понял, что он хочет сделать. Он хочет сделать сражение голема и зомби. Только зомби там вот такой. Понимаете? Чё-то я не уверен, что у него получится, если честно. Капец! У него еще глаза красные. Эй, страхолюдина, давай! Загрел. Давай, бегом. Но он же сейчас сожрет тебя, если ты не успеешь. Так, там вроде зомби успокоился. Нужно голема создавать. Ставь тыкву! Я думаю, что не создастся так голем. О, там мелкие зомби, смотрите, вылезли из земли. Ничего себе! Мутант голем! У тебя осталось просто 2,5 хп, спасибо голему. А что-то голем его не может ударить. А нет, все нормально, смотрите, голем всех раскидал. Смотри, чтобы этот голем на тебя не пошел, потому что что-то он слишком страшно выглядит. Может быть, он вообще всех мочит, понимаешь? Все, вроде норма. Вроде нормас пока. Но что-то я думаю, что все равно... Не кидай в него яйцо! Дебил. Что наделал, непонятно. Кинул в яйцо. Мы останемся друзьями? Нет! Знаете, я думаю, можно любого друга так потерять, если кинуть в него яйцо. Че он тут летит на элитрах? Ну, обычное дело, да, с фейерверками. И дальше что? О, написано «помогите». Ха, что? А что ты мимо-то не пролетай? Давай, помогай. Если только это правда, если только кто-то нормальный просит, а не какой-нибудь зомби-мутант. Окей. Табличка. Тут каньон. Нет, зачем ты прыгаешь? А, у него же элитры. Фух. Я уж чуть-чуть, на минуточку, на секундочку испугался. Туда. Ну, на самом деле, я бы этому уже немножечко не доверял. Может, все-таки не стоит? Он еще и не смотрит, что там. Там существо какое-то. Это волк. Это волк? Кролик? Все? Все, даже музыки нет, даже нет музыки в последнем ТикТоке или что это такое, меме, ребята. У меня такие видосы выходят на втором канале, подпишитесь на него обязательно, там их просто уже куча, они очень все интересные, подписывайтесь. И сюда тоже можете подписаться, и лайк поставьте.